Пробки на дорогах, крупные собаки в центре города и мусорный вопрос. Целый месяц вы отправляли нам свои мобильные репортажи о проблемах города. К нам поступило около 20 видеообращений. Самая наболевшая тема горожан – подснежники. У них нет ямы, куда они сливают помои, потому что вот. И все сливают вот сюда просто. Это никуда не убирается, это вот все утекается. Некоторые вопросы нам удалось решить своими силами, а по остальным мы отправили запросы ответственным органам и получили ответы. Из-за смены подрядной организации, осуществляющей вывоз мусора в 140-м А микрорайоне, были допущены небольшие отклонения от графика. В настоящее время мусор по адресу вывозится ежедневно с 7 утра до 11 вечера. На сегодня по указанному адресу мусор вывезен. Мы можем помочь не только решить вашу проблему, но и сделать вас чуточку счастливее. Каждую неделю автор лучшего мобильного репортажа получит от нас денежное вознаграждение в размере 500, 1000 и 1500 рублей. Присылайте ваши интересные или смешные видео нам в социальные сети. Решим проблемы города вместе.